Здравствуйте, фонд развития корабельного района. Спасибо. Ваши вопросы? Вот нас интересует очень много вопросов. Вот тут красиво сегодня рекламировали, в том числе вы показали, как хранится сера. Будем считать, что это у вас силосное хранение. Вы знаете, что согласно норм, вы не можете насыпать в эти силосные силосы, там скажем, и превышать высоту этих силосов, которые у вас, вы сами сказали, они 5-метровые высоты. И они у вас даже на фотографиях видно, что горы превышают их минимум 2 раза. Это влияет на пыление. И в Санпине конкретно указаны нормы, какие они должны быть. Далее. Вы сейчас говорите, что у вас людей там нет. У вас сидит один оператор. Опять же, в Санпине четко сказано, что в местах автоматической разгрузки вагонов с удобрениями не должно присутствовать людей. У вас там работает 5-6 человек в ужасной пыли, как в аду, по-другому не назовешь. Далее. Вы сегодня нам тут пытаетесь рассказать, что все видеоматериалы сняты ночью. Хотя мы не пытаемся вам рассказать, что все. Хотя вы, подождите, за неделю до этого вышел другой видеоматериал, который был отснят днем. В сильный ветер. И там не было ни тумана, ничего. Там четко и ясно видно, что ваши вот эти двухковшовые грифера, они не работают. С них сыпется. Сыпется всю дорогу до корабля. Сыпется далее за борт. И это ведь не только сера. Вы почему-то зациклились здесь на сере. Да, мы согласны, что сера малорастворима и так далее. Но вы почему-то о фосфоритах не говорите, которые тоже в вашем порту перегружаются открытым способом. И у нас есть тоже видеосъемки, как перегружается фосфорит. Где ведется в 3 точках перегружается одновременно. И в 3 точках с корабля на пирс, с пирса на грузовую машину, далее грузовая машина переезжает на 4-й причал, там выгружает. И опять же этот берет кран и загружает вагоны. То есть это 4 раза даже получается. И во время каждой операции слой во время ветра в 4 пальца лежит на причале. То же самое лежит и в воде. На сегодняшний день мы получили ответ от этой организации, по инспекции Черного моря, которая нам утверждает, что в течение 2012 года и на сегодняшний день никаких нарушений у вас не велось. Никаких мер к вам не предпринято, потому что у вас все нормально, все хорошо. Скажите мне, какая организация, которую можно назвать не коррумпированной, у вас проводила проверку? Прошу прощения. Общественная организация. Я представитель государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Пожалуйста, предоставьте этот ответ всем подтверждение своих слов. Предоставьте, пожалуйста. Сейчас и здесь. Я сейчас и здесь, вы не предоставьте, я его попрошу. Предоставьте, пожалуйста, ответ, поэтому не бросайте просто слова на ветер. Не убеждайте никого в том, что там написано. Вы исковеркали полностью смысл письма. Предоставьте всем на обозначение. Хорошо, мы вот до конца. Значит, доказательно фосфорированные вообще доходы по этому поводу. Перегрузка фосфорита осуществляется. Далее, я закончу. Давайте я отвечу на ваш вопрос, а потом вы закончите. Смотрите, перегрузка фосфорита на сегодняшний день осуществляется на территории.